помню, что вчера на мероприятии вы были такие тихие, скромные, сидели, молчали. Сегодня, я надеюсь, вы покажете, как нужно кричать. Давайте еще раз, 3-4. Добрый вечер вам нам! Вот это уже лучше. Я очень надеюсь, что сегодня вы будете точно так же поддерживать абсолютно всех артистов, которые будут выходить на эту сцену. Ну и поскольку у нас было такое бодрое начало, я не буду долго говорить и сразу приступим к нашему конкурсу. А конкурс у нас с вами сегодня «Битва домов», где каждому, абсолютно каждому из дома дается хорошая возможность громко о себе заявить, ну и показать все, на что вы способны. Как в абсолютно любом конкурсе, у нас, конечно же, есть члены жюри, которых я хочу представить. Спасибо, Анастасия Владимировна. Итак, а мы возвращаемся, и я хочу вам представить все-таки наших членов жюри. Представитель номер один. Заместитель начальника по воспитательной работе Анастасия Владимировна. Старший педагог Ирина Сергеевна. Ну и, конечно, председатель жюри. Мэр города Добра и по совместительству начальник оздоровительного лагеря «Волна» Арсений Владимирович! А я уже на этой сцене буду наши первые конкурсанты. Мне кажется, ребята были сегодня очень рады, что у них есть возможность побыть под крышей, потому что это тот самый дом, который почти каждое утро просыпается под открытым небом. Итак, встречаем 12-й дом. Громкими аплодисментами. Thank you.
сложно, эти ребята герои. Уже как-то не хотелось вас прерывать в данный момент. Сейчас на эту сцену должен был выйти дом номер 11. Но, к сожалению, из-за своей неготовности было принято решение их дисквалифицировать. Но это не просто дисквалификация, а это ведет за собой штрафные санкции. А именно, мы лишаем отряд всех денег, которые они успели заработать на данный момент. История грустная, но я надеюсь, что она будет хорошим уроком для всех вас, чтобы впредь такого не повторялось. Поэтому, к сожалению, 11-й дом мы пропускаем. 10-й все почему-то никак не хочет наконец-то готовиться к своему номеру. И я их приглашаю на эту сцену.
сказать эту фразу, потому что, мне кажется, она очень подходит под наше с вами мероприятие. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я надеюсь, вы все так считаете? Итак, следующий дом, который выйдет на эту сцену, у них очень многообещающее название. Они называются «Сириус». Что это такое? Это одна из самых ярких звезд на нашем ночном небе. Она, представьте только себе, 25 раз ярче светит, чем наше с вами родное солнце. Хотя, казалось бы, да, как такое может быть? Так вот, я считаю, что это заявочка на победу, потому что если у них все получится, то они будут ярко-ярко светить на протяжении всей смены. Встречаем громкими аплодисментами дом номер 9. Космодромов. Он летал в космос очень много раз, но этот полет был особенным. В этом полете... Для тебя не осталось. Давайте громкими-громкими аплодисментами все-таки поддержим наш восьмой дом. Видите, что у нас небольшая техническая заминка. И давайте поиграем. Ты будешь летать все это время здесь? Хорошо, он, видимо, уже в космосе. Итак, давайте поиграем. Делим зал на две половинки. Есть половинка правая и есть половинка левая. Ну, там галерочка, я думаю, вы разберетесь, да, с какой вы стороны. Кто кого перекричит? Мне очень интересно, кто все-таки громче. Итак, когда я называю вашу сторону, вы, что есть просто силы и мощи, да, показывайте нам свой голос. 3-4. Лево. Право. Лево. Все. Мне кажется, что я немножечко приоглохла. Пойду позову восьмой дом на эту сцену. По фамилии Космодромов. Он летал в космос очень много раз, но этот полет был особенным. Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. В полете он увидел яркий свет. Оказалось, что свет шел от невероятно яркой звезды. Космодромов никогда не видел подобного и очень удивился. Долго думать над названием звезды не пришлось. В голову космонавта пришло слово «Сириус». Точно, звезда Сириус. Он решил отвезти звезду на Землю, чтобы поделиться со всеми этим светом. А на Земле получилось чудо. Одна большая яркая звезда превратилась в 24 маленькие, но не менее яркие звездочки. Они были все равно дружные и также освещали дом. Для тебя не осталось. I know, ночь превращает в просвет.
Дома, который выйдет, очень многообещающее название – Comedy House. Ну, я думаю, что с юмором у них точно все в порядке, и поэтому сейчас нам будет интересно. Встречаем громкими аплодисментами. Все мы знаем классическую историю про Бэтмена. Но что было бы, если бы он жил не в Америке, а в Готэм-Сити, а, например, в городе Добра? Итак, полицейский участок. Это просто трэш. А вы что, опять сейчас сюда смотрите? Вы обязаны это увидеть. Откуда это у тебя? Вы что, соскучились? Ну ничего, сегодня будет очень весело. А что ты тут делаешь? Ну, мам, я снимаю разрушающее кино. Сначала суп. Итак, этого вашего дня города не будет. Откуда это у тебя? Джокер выставил на официальный сайт города. Ну хорошо, что это мало кто увидит. Но все равно, нам вдвоем не справиться. Нам нужен Бэтмен. И окно надо закрыть. Слушай, дайте свой телефон. А то у меня здесь вообще телефон тянет. Надо ему позвонить. Бэт-сигнал, да? Здравствуйте, вы позвонили Бэтмену. Ваш звонок очень важен для вас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бэтмен, я тебя узнала. Ладно, что такое? Бэтмен, ты нам нужен, скорее приезжай. Я вам что, аквапарк? Ладно, сами приедем.
Здравствуйте, а Бэтмен дома? Ванечка, к тебе пришли. Мама, я Бэтмен. Да, да, он у себя в свинарнике. Вот уберешься, и будет пещера. Бэтмен, ты должен это увидеть. Возмутительно. Она же может сотворить все, что угодно. Нам надо торопиться. У тебя есть план? Конечно. Надо сваливать с этого города, пока не поздно. Ну, Бэтмен, ты же такой сильный. Помоги. Ладно, уговори. Но мне нужно мое супергеройское оружие. Очки ночного видения. Да, они работают на батарее. Так, у меня есть скрытая камера и моя маскировочная мантия. И самое главное, это мой бэт-брюк. А как он работает? Можешь подать, пожалуйста? Круто! Ну и как мы Джокера искать будем? Надо подумать. Надо подумать вместе. Стоп! А кто мог сделать такой ужасный грим? Такой стрёмный грим может сделать только учитель ИЗО в начальной школе номер 5. Отлично! Идем! Это мои лучшие работы. Человек-паук, Человек-муравей. Нет, Человек-муравей. Вы красили эту девочку вчера? Да, это Джокер. Или это Человек-муравей? Да, она вам что-нибудь говорила? Да, ей нужен бомбор. Это точно, это бомба. А, еще фитиль. Это точно бомба. Еще она сказала, что пойдет в самое забытое Богом место. В заброшенный туалет? Да, именно туда. В офисе главного режиссера Дня города. Говорила, что вашего дня города не будет. Ха-ха-ха. И все? Мы не досмотрели до конца. Упс, так, кажется, Митя вашего дня города не будет. А будет самый крутой день города. Бэт-сигнал. Но, друзья, в некоторых городах есть мальчики, которые супергерои. Зачем тебе нужен был порох в пяти?
скажем спасибо нашему Камеди Хаусу. Я еще очень надеюсь, что он сейчас вернется и заберет свои вещи. Да, супер. А мы продолжаем, и сейчас выйдет дом тоже с очень интересным названием. В природе существует четыре стихии. Об этом написано очень много книг, очень много философов об этом думало. То есть это как муза для многих художников. Я вижу, мне кто-то уже подсказывает, какие четыре стихии бывают, да? Так вот сейчас выйдет дом, который придумал свою историю этих четырех стихий и очень-очень хочет вам об этом рассказать. Встречаем дом номер 7. Вначале был хаос. Мир был погружен во тьму, пока не появились они. Их было 32 и трое магов-создателей. Никто так и не узнал, кто они такие, откуда появились. Известно лишь, что именно они создали мир таким, какой он стал сейчас. По легенде, появившись на планете, они поразились с ее страшным обликом. И когда они решили изменить хаос вокруг себя в райский сад, сотворились четыре стихии. Огонь, воду, землю и воздух. Огонь. Импульс, страсть. Символ самой жизни и ее хранитель. Огонь может быть слабой вспышкой, костром, который пытается разгореться, но пламя может затушить порыв ветра. Огонь может быть мощным костром, ярким пламенем, который уже трудно затушить. Когда же остаются угли, они тлеют. Огня как такового не видно, но если протянешь руку, можно обжечься. Земля. Твердость, прочность, устойчивость и стабильность. Только что образовавшаяся земля – это застывшая лава, но все еще горячая. Это кусок мягкой, необработанной глины. Земля может дальше приобретать конкретные формы. Могут появляться детали, словно из куска глины сделали кувшин и нанесли на него узор. Но у кувшина может появиться определенная цель и задача его использования. Свобода, проводник и посредник. Воздух не принадлежит никому. Воздух – это данность, которая есть у каждого. Он может быть неустойчивым ветром, легким бризом и опасным ураганом. Он может приносить вести отовсюду тем, кто дышит им свободно. Вода. Зыбкость, неустойчивость и неуловимость. Источник знаний и мудрости. В каждом человеке он есть. Он может появляться как в иллюзиях и самообмане, так и в глубоком понимании мира, скрытого за гранью реальности. Только в том случае, если источник чист. Все четыре стихии образуют жизнь. Все они есть в каждом из нас. В большей или меньшей степени. Я полностью с вами поддерживаю. Ребята рассказали потрясающую, серьезную историю. А сразу, сейчас на эту сцену после них выйдет наши самые-самые маленькие герои, самый маленький дом. И они сегодня мне очень запомнились на линейке своим лозунгом и тем, как они улыбались. Они не просто так называются улыбашками. Глядя на них, просто невозможно оставаться равнодушными, поэтому давайте громко поприветствуем самых маленьких. Дом номер 6. Далеко-далеко в лагере волна
жили очень грустные вожатые. Ничего их не радовало. Ни гречка с котлетой в столовой, ни вечерние планерки, ни дискотеки. И эти вожатые только и мечтали о том, чтобы хоть кто-то смог разукрасить их жизнь красками. Они просыпались утром и представляли, как будут будить детей на зарядку, водить их в столовую, ходить на разные игры и репетировать мероприятия. У них было так много нереализованных планов на лето, и это еще больше огорчало их. Но однажды начальник лагеря им сказал, что к ним приедут детки. Вожатые этих детей очень долго ждали, и все изменилось, когда 27 героев приехало в лагерь «Волна». Их дом наполнился радостью и улыбкой. Следующими на эту сцену я хочу пригласить дом, тоже с очень интересным названием «Сияшки». Знаете, бывает такое, когда человеку говорят, ты вот прям светишься. Вот что значит светишься? А он светится, когда он счастлив, когда у него в глазах улыбка, да? Просто идет по улице и действительно светится. Так вот, в пятом доме свои сияшки, у них у каждого свой цвет. И сейчас они расскажут, что да как. Давно-давно на территории нашего города жили маленькие герои. В этом городе был один житель, который боялся быть не таким, как все. Никто не любит пиццу с ананасами, а я ее люблю. Все летают на море, а я езжу на дачу. У нас так много разностей. И вот в один момент над этой территорией прошел волшебный дождь, который окрасит всех героев в разные краски. «А, что со мной произошло?» Наш маленький герой подумал и решил отправиться к мудрецу и узнать, что же с ним произошло. «Эх, Костя, это дождь отличий. Я тоже засияла желтым цветом. Все люди в городе сияли разными красками. Это знак того, чтобы показать нам, что мы все такие разные, но такие классные». На следующий день Костя пошел гулять по городу добра и увидел всех своих друзей-героев, сияющих разными красками. «Почему вы стали сиять разными цветами?» Мудрец сказал, что это знак, что показать нам, что мы все такие разные. «Я вот люблю пиццу с ананасами». «Фу!
А я вот люблю пельмени. И с этого дня в городе добра все сияли яркими цветами. Essa carta me liga, mas tá preparada. Quero ver te como sou uma madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Carta me liga, mas tá preparada. Quero ver te como sou uma madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o четвертый дом, им очень-очень-очень хочется быстрее выйти к вам, и у них очень громкое название. Встречаем четвертый дом «Наша страна». В одном большом-большом городе жил маленький-маленький человек, и он настолько сильно любил свой родный закуточек страны, что начал писать стихотворение про его природу, жителей, животных и даже дома. И вот в очередной прохладный день он решил выйти в лес и написать новое стихотворение. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, житем весны моей убогой, к тебе у думках залетаю и там душою спочиваю. О, як бы я хотел спочатку доложиться по порядку, пройти еще раз, озернуться, собрать с дорог камень ты, что губят силы молодые, к весне моей хотел вернуться. Однако в этот момент в лесу появилась юная девушка. Она услышала его прекрасное произведение и начала рассказывать про этого мальчика и его творение всем близким и родным. Многие вдохновились его стихотворением и осознали, насколько же прекрасна наша страна. Они начали тщательнее ухаживать за ее землей, за воодушевленной природой и красотой рек и озер. С течением времени наша страна расцвела, и люди в ней стали отзывчивее, заботливее и добрее. И исключением не стал наш четвертый дом. Они стали дружнее и начали жить яркой, яркой и самой счастливой жизнью.
У нас вчера было купали, если вы не забыли, тут чертей было много, и походу спутали они немножко диджеем нашим там все папочки. Давайте громко поаплодируем, они старались. И мы продолжаем. Следующий дом, который выйдет на эту сцену, у них тоже очень интересное название. Знаете, есть глагол «делать». Ну, что такое «делать»? Ну, что-то делать. Вот идти, не знаю, лежать, стоять, спать и прочее. А есть глагол «творить». «Творить» — это что-то такое возвышенное, воодушевленное, делать что-то новое, какое-то произведение искусства. То есть смысл этого слова гораздо-гораздо глубже и творчески красивее. Так вот, сейчас на сцену выходит дом номер 3 «Творцы». Год. Волна. Город добра. На борьбу со злом были отобраны самые выдающиеся и отважные. Им выпала нелегкая задача – 18 дней оберегать город добра. Встречайте, дом Творцы! Хочет проявить себя. Но победы можно достичь, лишь став командой, одним целым, единым механизмом, в котором каждый участник очень важен. Каждый вносит свой вклад в общее дело. И если сломается один, то сломается и весь механизм. Поэтому так важно стать командой. Мы будем уважать, поддерживать и оберегать друг друга. Наши поступки, как мазки кистью на холсте. Сначала непонятно, что из этого получится. Но потом, шаг за шагом, благодаря дружбе и преданности, упорству и трудолюбию, любви и отзывчивости, эти отдельные мазки превратятся в красивую картину нашей маленькой истории в волне. Сердце тихо нам подскажет.
волшебный впереди. Нам с тобою все открыты двери, и веселья океан лови. Мое небо синее в алмазах, так прекрасна жизнь и полоса. Мы в отряде подружили сразу, лето, лагерь, лучшая пора. Я счастливый, как никто. Я счастливый уж давно. Я счастливый, я не лгу. Дети, это я волну. Я счастливый, как никто. Я счастливый уж давно. Я счастливый, я не лгу. Дети, это я. Я заведу дневничок такой, куда буду записывать цитаты. Вот у меня уже есть две. Как здорово, что здесь мы все сегодня собрались, и я счастливый, как никто. Так, мы продолжаем. На сцену рвется дом номер 2. И название у него интересное. Это такой город в нашем городе добра. Dance Land. Громкий аплодисмент. Легенда Дэнсленд. Однажды, много-много тысяч лет назад, начала зарождаться планеты. Планеты были разными. Главными особенностями этих планет была их деятельность. Планета, на которой люди пели, прозвали Сонгленд. Планета, на которой рисовали, прозвали Дрофленд. И еще около 1000 планет. Но наше внимание привлекла планета Дэнсленд. Эта планета имела 2 названия из-за своей истории. Ее прозвали Дискошар. Вы спросите, почему? Так вот, слушайте. Очень давно на этой планете жили люди. Их называли танцорами. В один из дней танцоры ставили танец и очень сильно поссорились. Такого еще никогда не было. Это был самый ужасный день для жителей этой планеты. Планета начала разрушаться и разлетелась на много маленьких осколков. Они были магическими и светлыми. И вот в наше время Арсений Владимирович заметил несколько осколков. Потом еще несколько. И дискошар начал потихоньку восстанавливаться. И в 23-м году появился новый Дэнсленд, а точнее дискошар. Внимание, встречаем Дэнсленд! Thank you.
печальной новости, у нас остался только один последний номер, один последний дом. Самый старший — первый. И сначала я подумала, что это очень опасные ребята, потому что во всем мире существует очень много различных группировок, таких криминальных, которые занимаются темными делишками. Их можно назвать всех одним словом, мафия. Так вот, первый дом — настоящая мафия. Но мы с вами находимся в городе Добра. Не зря это место так называется, и поэтому злых героев у нас просто быть не может. Поэтому встречаем добрую мафию на этой сцене. Триада. Форма преступных организаций в Китае и китайской диаспоре. Всем триадам свойственны общие убеждения и ритуалы. Например, вера в мистическое значение цифры 3. В мирное время большинство подобных обществ действовали как братство взаимопомощи. В обычной жизни триады – это преступные организации, но только не в нашем городе Добра. В городе Добра триады – это сплоченное братство. Братство, где тебе всегда помогут, всегда поддержат, всегда выслушают и сделают все, чтобы ты был счастлив. О котором я специально умолчала, мне было интересно, вспомните ли вы, что у нас еще есть 13-й дом, который готов выйти сейчас на эту сцену и взорвать этот танцпол. Громкими аплодисментами наши управляющие, дом номер 13! Сердца.
Четыре стены храмом звездам, выжить дальше так легко и просто. Мы на чем мы сразу продолжаем, если падаем, то вновь летаем. Мы знаем, что правда, ты наша команда, и она без тебя. Каждый важен, если на пределе, каждый теперь намерен своему делу. Мы знаем, в чем правда, ты наша команда, и она без тебя высоко не летит, без тебя никогда не падает. Лагеря волны. Все приготовили свои ручки. Подняли. Давайте сразу похлопаем, как будем хлопать. Еще громче. Делать, верить, мечтать и не бояться звезды достать. Вместе
дом по номерам 6. Один.